Друзья, у нас такой ураган. Посмотрите, что творится с деревьями. Посмотрите, боже. Я аж окно закрыла. Вообще, ой. Ничего себе. Этот сумасшедший ураган поломает нам всю нашу зелень красивую. Вы видите, что творится? Ух, давно я такого не видела. Посмотрите, посмотрите. И дождя еще нет. Это вот налетел просто ураган. Сейчас открою. Ой, мамочки, нет, не открою. Там молния сверкает, я боюсь. Посмотрите, это такие большие деревья, большущие деревья прям клонит, мотыляет их. Ух, вообще. Я хотела бы, конечно, со звуком. Посмотрите, вы посмотрите, что делается. Хотела бы со звуком все это поснимать. Ну, честно, я не трус, но я боюсь. Я боюсь открыть окно, потому что вдруг потом не смогу закрыть. О, гром гремит. Я не знаю, слышно или нет. Ну, ураган. Вообще кошмар, вы посмотрите. Боже, бедные абрикоски, бедные клены наши. Посмотрите, что творится. Это большие деревья. Вот это их треплет. Кошмар. Ничего себе. О, сколько по городу будет вот этого. Вау. Ой-ой-ой-ой. Наверное, интернет сейчас пропадет, а я как раз вам ответы пишу. Ух, свистит. Боже, я давно не видела такого урагана. Жуткое дело. Посмотрите. Вот это ничего себе. Вот это ничего себе. Ой-ой-ой, уже дождик пошел. Вот капельки, первые капельки. Ничего себе. Стихия. Я думаю, вам слышно, как свистит. Даже через закрытое окно.